Ивановские волонтеры Победы торжественно дали старт акции «Георгиевская ленточка» во всех субъектах страны. Она стартует 25 апреля и продлится до 9 мая. Наш город не исключение. На центральных площадях активисты будут раздавать символ воинской славы и уважения совершенно бесплатно всем желающим. По всей стране в этом мероприятии задействовано около 30 тысяч добровольцев. Напомним, идея акции «Георгиевская ленточка» родилась в 2005 году. С тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стала традицией, которая объединила миллионы людей не только в России, но и за рубежом. В преддверии праздника волонтеры подарят россиянам больше 3 миллионов ленточек. В этом году на территории Ивановской области будет раздано около 40 тысяч георгиевских ленточек. Георгиевским ленточкам будут прикладываться листовочки, как рекомендуется носить георгиевскую ленточку. История георгиевской ленточки, чтобы жители города могли знать, как правильно рекомендуется носить ленточку. А раздаваться ленточка будет на 3 площадях: на площади Победы, на площади Революции, на площади Пушкина города Иваново.